В программе 90-60-90 Сергей Паршевлюк попробовал себя впервые в роли журналиста. Привет. Когда я учился в школе, я видел сюжет, как Марат Измайлов ходит по улице и берет интервью прохожих, и его никто не узнает. Мне так понравилось, что мне всегда хотелось это повторить. И вот теперь у меня есть такая возможность. А в России за какую-нибудь команду переживаете? Спартак. Спартак? А кого знаете из Спартака? Акинфеев, нет? Нет, по-моему, ЦСКА. А такой Паршевлюк там какой-то есть? Нет, такой нет. Нет такого, да? А такой у них есть, по-моему, молодой Паршевлюк, как-то так, фамилия, не знаете? Слышал. Слышали, да? И как он вам вообще? Ну что, нормальный пацан. Нормальный пацан такой. Елитон, потом еще Паршевлюк. Паршевлюк? И как? Дикань. А как вам Паршевлюк? Нормальный игрок. Нормально? Да. Ясно. А, Паршевлюк, это самый молодой, что ли, из них, который? Да. Ну что и можно сказать о нем? Да нормальный, мне кажется, игрок, не совсем он уж такой плохой. Да? Ну да, я считаю, что правильно сделали, что его поставили, в принципе, когда он команда. Нормальный игрок. Да не, нормально.